За окном проносятся километры, воздух напоен запахом трав, а еще трясет немилосердно. Наш путь идет на юг Алтайского края, в Краснощековский район. Здесь, в предгорьях, начинается территория, которая большинству туристов, как правило, незнакома и не всегда интересна. Гора Серцево – высшая точка хребта, по которому проходит одна из немногих дорог, ведущих в Тегерекский заповедник. Валентин Смирнов – член Русского географического общества. Среди прочего, он – специалист по панорамным сферическим фотографиям. В течение нескольких лет он реализует свой проект «Алтайский край 360 градусов». Одна из задач – показать места, подобные Тегерекскому заповеднику, широкой публике. Показать те места, где большинство людей как бы не сможет оказаться по ряду причин, но в том числе по причине ограниченного доступа на эти территории. Это тоже такая очень интересная задача, потому что сейчас, последние годы, заповедная система, она как бы очень активно меняется, в том числе меняется в плане того, что активно начинают развиваться различные формы экотуризма. 360 градусов позволяет немножко все-таки под другим углом, скажем так, взглянуть. Мы можем показать, во-первых, обеспечить небольшой эффект присутствия, то есть, скажем так, потому что современные мультимедийные технологии позволяют там накладывать звук, накладывать шумы, там, да, то есть это вместе с фотографией можно обеспечить такое плавное перемещение, вращение, значит, этого изображения, то есть, создать такую некую обстановку погружения вот непосредственно в какую-то точку. Для него охранная зона Тегерекского заповедника, территория, куда доступ, пусть ограниченный, разрешен, настоящая сокровищница. Здесь можно снять территорию человеком почти нетронутую, а еще прикоснуться к истории, пока малоизвестной широкому кругу людей. Многие из вас, возможно, даже впервые видят и слышат об этом объекте. Вот эта четкая геометрическая структура, лучше всего видимая с высоты, остатки земляного вала Тегерекского форпоста, 18 век. И вот точного изображения, каким он был, увы, не сохранилось, но мы знаем, как выглядели подобные крепости и редуты той поры. Система таких форпостов образовывала Колывано-Кузнецкую оборонительную линию. В 18 веке здесь, по сути, проходила граница государства российского. Казаки охраняли земли, рудники, поселения от набегов кочевников джунгар. Земля до сих пор отдает некоторые грозные свидетельства той поры. Вот эту литую металлическую штуковину нашли на одном из местных огородов. Называется она кистень. Это оружие казачье. Кистень называли, потому что вот так за ремешок вешали на кисть. И когда нужно было, вот так вот били. Никакая каска не поможет. А наконечник сделан в виде маковки. Но обороной дело не ограничивалось. По сути, с помощью таких поселений Россия понемногу расширяла свои границы. Казаки были вынуждены сами себе добывать провизию. Но когда им охотиться или там огороды полоть, когда нужно охранять территорию, воевать с джунгарами. Так что привезли сюда обычных людей, неслуживых. Женщины приехали, целые семьи тут стали образовываться. Так появился поселок Тегерек. И здесь же вещь, которую... разве что в музее увидишь, а тут она прям под открытым небом. Настоящий каменный мельничный жернов. Кстати, еще один малоизвестный факт. В 60-х годах прошлого века здесь хотели заложить целый город, сердцем которого должен был стать металлургический завод. Еще до войны в местных недрах обнаружили залежи железной руды. Но вскоре проект был отклонен. Даже для того времени он был признан слишком дорогим. И вместо того, чтобы стать промышленным мегаполисом, Тегерек превратился в сердце заповедника. Особо охраняемая природная территория здесь была образована в 1999 году. Его работники уверяют, никакие сокровища индустриального мира не променяли бы на нынешний Тегерек. И уверены, ценность этой территории в том, что здесь, как и прежде, проходит граница, но теперь между цивилизацией и первозданной природой. А работники заповедника – наследники тех самых казаков, только теперь охраняют территорию не от джунгар, а от слишком нерадивых туристов. Есть и то, что и культуры не хватает. Ну, здесь природа сама себя охраняет. Ну вот вы ехали, как сюда доехать? Это самая лучшая дорога, по которой вы ехали. И правда, там, где раньше были дороги, порой даже мощеные, теперь по-настоящему заповедные тропы. Одна из таких ведет нас к другому объекту. Эти причудливые изогнутые скалы образуют разрез Силура. Свидетельство еще более далеких, буквально доисторических эпох. Вот эти причудливые скалы на той стороне реки
доказательство того, что когда-то здесь плескалось море. Это известняковое отложение, десятки метров, возрастом более 400 миллионов лет. Силурский разрез. Настоящий учебник геологии под открытым небом. Геолог Софья Платонова объясняет, что по сути это самые первые горы Алтая, появившиеся, когда сама Земля была совершенно другой. Настолько, что оказавшись на ней, мы бы ее, возможно, и не узнали. Начиная с того, что нынешний Тегерек тогда был покрыт водой. Во время жизни этого океана с прилегающих берегов, а это были совсем другие континенты, сносилось огромное количество материала. Образовывались огромные толщи. В этих толщах на мелководьях жили животные, которые сейчас уже не представляют собой современные экосистемы, которые давно уже вымерли. Вот. А затем, после накопления толщ, океан ушел. И начался другой процесс – роста гор. Отдельные слои, которые залегали горизонтально, начинали под действием воздымающих сил менять свое положение, образовываться на складки, образовываться наклонное положение. Так на свет вышли окаменелости организмов, живших на Земле, когда до динозавров оставались еще сотни миллионов лет, как вот эта древняя губка, например. За прошедшие с тех пор эпохи вода источила известняковые толщи, образовав множество пещер. Пожалуй, самая известная и необычная из них – ящер. Местные жители издавна рассказывают про нее легенду, мол, когда-то в ней жил динозаврик. Пещера рухнула, он, бедный, плакал, и, как у нас в деревне, говорит, сдох. Мышечная ткань разложилась, скелет сыпался, а пещера имеет форму скелета. И самое главное, когда мы находимся внутри, мы действительно видим как бы форму динозаврика, как мы это представляем. Но на этом все не заканчивается. Дело в том, что местные жители слышат до сих пор рев, который раздается из этой пещеры, красное свечение, и по ночам пропадают коровы. Так что туристам говорят, будете себя плохо вести, ящер и вас утащит. То ли поэтому, то ли из-за труднодоступности удалось сохранить экосистему пещеры. Например, эти хрупкие каменные сосульки, сталактиты. Это не рубины, не бриллианты, но их ценность измеряется не каратами, а просто тем, что они сохранились. В обычной, легко доступной пещере их давно бы уже поотламывали. А здесь они висят, растут и, будем надеяться, останутся такими и станут больше в течение ближайших сотен тысяч лет. Тегерекский заповедник, его окрестности – это территория большинству обычных туристов пока не очень знакомая. Но его работники, ученые, понимают, прогресс не остановить, и однажды сюда потянутся толпы зевак. Но пока есть время, они делают то, что в их силах, стараются изучить, описать эту уникальную территорию, чтобы тем, кто придет сюда из чистого любопытства, стало ясно, с какими сокровищами они здесь соприкоснутся. Илья Кочетков, специально для телеканала «Толк».